Актер театра и кино Валерий Гаркалин скончался от осложнений из-за ковида. Жизнь народного артиста России трагически оборвалась в 67 лет. Начав карьеру в кукольном театре, он вырос до одного из самых известных актеров страны. Пожалуй, каждый запомнил его по роли в фильме «Ширли-мырли». Валерий Гаркалин родился 11 апреля 1954 года в Москве. Будущий актер вырос в обычной семье. Его родители перебрались в столицу после войны. Отец заведовал гаражной автомастерской, а мать трудилась кассиром в столовой. Сначала они ютились с мальчиком в общежитии, но спустя 5 лет, когда на свет появилась младшая сестра Марина, семья получила квартиру в Сыромятниках. Школьное детство актера прошло в подмосковном Щелкове. После окончания средней школы в 1971 году он пытался поступить в актерские вузы, но его никуда не взяли. И в итоге отец отправил Валерия работать слесарем на завод. Через год его забрали в армию. Даже на службе его не отпускала тяга к сцене, и в итоге он стал руководить армейским театральным кружком. После армии Гаркалин поступил на факультет кукольного искусства в музыкальное училище имени Гнесиных, который окончил в 1978 году. После Гнесинки пошел работать по специальности в передвижной театр кукол при Кемеровской филармонии. С этого и началась карьера. Затем он начал работать в Государственном театре кукол Сергея Образцова. В 1988 году окончил ГИТИС, получил диплом режиссера. С этого момента он стал актером Московского академического театра сатиры, в котором проработал 13 лет. Гаркалин играл в спектаклях «Ревизор», «Укрощение строптивой», «Горячее сердце», «Клоп». Вместе с народной артисткой России Татьяной Васильевой принимал участие в постановках «Ботинки на толстой подошве». Но широкую известность Гаркалин приобрел все-таки как актер кино. Первым фильмом, в котором снялся Гаркалин, стал «Катала». Криминальная драма Сергея Бодрова-старшего и Александра Буравского вышла на экраны в 1989 году. Также одной из самых известных киноработ Гаркалина стала комедия «Ширли-мырли» режиссера Владимира Меньшова, вышедшая в 1995 году. В ней Гаркалин сыграл сразу 4 роли, все герои были братьями-близнецами. Всего за свою кинокарьеру Гаркалин сыграл более 70 ролей. Валерий Борисович был предан своему делу до последних дней, несмотря на серьезные проблемы со здоровьем. В 2008 году во время гастролей в Литве он перенес тяжелый инфаркт. Сначала врачи диагностировали атеросклероз, но затем состояние актера ухудшилось, он пережил остановку сердца. А уже через год случился второй инфаркт. В том же 2009 актер овдовел. Его супруга Екатерина Гаркалина умерла от рака в 56 лет. Больше Гаркалин ни на ком не женился. В 2018 году Гаркалин попал в больницу с воспалением легких. Актера в тяжелом состоянии госпитализировали в НИИ имени Склифосовского. Но тогда врачам удалось спасти актера. Гаркалин вскоре после восстановления вернулся к съемкам, гастролировал и преподавал в ГИТИСе. Однако осенью 2021 года всех поклонников актера снова встретила тревожная новость. 2 октября актера госпитализировали в больницу в Коммунарке. У него подтвердился коронавирус. Болезнь протекала на фоне хронических проблем с сердцем. Через несколько дней состояние ухудшилось. Валерия Борисовича перевели в реанимацию. В пресс-службе ГИТИСа 6 октября сообщили, что актер подключен к аппарату вентиляции легких, но находится в сознании. В одних СМИ писали, что у него 85% поражения легких. Представитель актера Наталья Теплова 8 октября сообщила, что состояние Гаркалина тяжелое, но стабильное, никаких подробностей врачи не сообщали. Позже 9 октября появились сообщения, что Гаркалина подключили к аппарату ЭКМО. Валерия Гаркалина не стало 20 ноября. Информацию о его смерти агентству ТАСС подтвердил ректор ГИТИС Григорий Заславский.